Зоопарка шоу. Благодарю за донат. Самый кайф, что еще и будем слушать песню, которая мне нравится, группу, которая мне нравится. Может быть, даже не поймаем страйк. Кстати говоря. Они же не на лейбле вроде ни на каком. Просто что за риф? Здесь он еще не звучит-то особо прикольно в этой версии. То есть весь кайфец, не сказать, что чувствуется. Типа вот студеечка, короче. Просто жесть, какая же вкуснотища. Разыгранных и трезвых, да. Не факт, что трезвых, кстати говоря, вообще не факт. Потому что музыка в целом максимально такая прям вот в баре. Басиста выдается. Кстати, наушники. Ну, типа, не факт, что это супер дешевые Филипсы. Но помните, я говорил, что... Короче, суть в том, что визуально они выглядят точно так же. Помните, я говорил, что я однажды искал... Самые прикольно звучащие полноразмерные наушники до 5 косарей. И типа перешел в магазин, перепробовал вообще все, и самые крутые оказались Philips, и выглядели они вот прям точно так же. Вот эта вот красная штука с одной стороны, другой цвет, по-моему, какой-то с другой. То есть вот визуально точь-в-точь. Но это, скорее всего, какие-то там, не знаю, более серьезные. Типа. А может быть и нет. Может быть реально просто там, типа, наушники за полтора... Да-да-да, вот такая буква R огромная была. Реально, может быть, те самые как раз наушники и есть. Просто потому что, а чё, в них самый крутой звук. И шумоизоляция очень хорошая в них. То есть именно все, кроме наушников, ты слышишь сильно тише. Ребята дорогие. Ну, слушай, это... Meat Factory Studio. Самосват это сводил, да ну нахер! Я просто давно знаю, конечно, эту песню, лайв, но вот это я не знал. Но он любит, конечно, походу он всегда вокал притапливает немного. Ведь он свой особенно топит всегда. Короче, вот серьезно я вам говорю, типа, дорогие наушники, мусор. Бесполезные.
сказать. Просто очень крутое музло, и все, и челы очень серьезно шарят. И не в смысле пальцем в очке, а в смысле просто... В музле, и причем явно не только в этом. Че по гитаристу, брата? Да убойно все, все убойно. Фреда, может быть, там они и хейтят, но... В теории Фред бы одобрил, я думаю. Вот. Чел играл в лайв-группе, короче, это Базиль, типа. Причем эту песню, которая, знаете, есть такая, короче, песенка, типа, ай-яй-яй, не буду верить ментам. Я ее знал откуда-то, вообще из максимально другого левого места, и что-то, ну, просто приколола песня, решил посмотреть... Лайв какой-нибудь. Что-то знакомое, какое-то лицо и вообще и все у чела. И это вот он. То есть это тоже то, что делает. Возможно, что та гитара, которая здесь в студийке, это тоже он же. То есть, челы максимально шарят просто, вот и все. Вокалист с гитаристом точно, как минимум. Ну, типа, барабанщик с басистом здесь просто хороши. Я просто про них не знаю, что сказать именно какого-то... То есть, как минимум... В данной записи, ну, они служат песне, типа, и все, все отлично. Вверх такой. Не знаю, не, ну все отлично просто, и все просто толком. Гризли не знает угрызений совести. В ожидании своего часа. Студийный концерт. Ну и все, все, все круто просто. Вот. Уважаемая южатина. Хороши все-таки, конечно. Из какой-то группы, типа, Кипелов или еще что-то. Ну, запросто, может быть. То есть, челы, типа, все равно в музле. То есть, там, кто-то работал, кто-то на ребазе админом, по-моему, какое-то время из них. То есть, ну, просто это серьезные музыканты. Собрались, как бы, сделали серьезную музыку, и все. Так что, там, вообще толком нечему удивляться, в общем-то. Такие пироги. В смысле, именно не в музыке самой, а тому, что челы могут где угодно еще быть и, типа, хорошо делать свое дело.